На связи Хьюстон, это шоу «Новости МКС». Нет ничего лучше внезапного выхода в открытый космос. Добро пожаловать в новости МКС, я Дэн Хьюитт. Во вторник Пегги Уотсон и Джек Фишер вернулись в вакуум космоса и выполнили мелкие ремонтные работы. Они заменили отказавший на этой неделе компьютеризованный блок реле, который еще называют внешним MDM. Пегги демонтировала старый MDM и поменяла его на новый, который она собрала и протестировала. Тем временем Джек двигался по лаборатории Destiny, устанавливая две беспроводные коммуникационные антенны. Это повысит качество сигнала в будущих выходах в открытый космос. Они справились за 2 часа и 41 минуту, что подняло Пегги на 3-е место в рейтинге по общему количеству выходов в открытый космос. Ради науки Тома Песке на этой неделе пришлось занять непривычное положение. Эксперимент GRASP призван выяснить, как гравитация влияет на человеческую нервную систему и как нам адаптироваться к жизни в космосе. Используя виртуальную реальность и захват движений, Тома дотягивался до виртуальных объектов и таким образом предоставлял исследователям возможность выяснить, насколько чувство ориентации тела в пространстве важно по сравнению с другими чувствами для манипуляции с разными вещами в космосе. Это может пригодиться для улучшения техник тренировок астронавтов к выходам в открытый космос и помимо этого дать нам лучшее понимание, как происходит координация рук и глаз на Земле. Когда Джек Фишер не чинит МКС и не проводит передовые научные исследования, он готовит первоклассные космические десерты. Джек показал свое недавнее творение — крошечную горку вкуснотени и даже показал, как ею нужно наслаждаться. Помимо этого, они с Тома приготовили пудинг для перекуса в невесомости. На сегодня это все. Не забывайте подписываться, ставить лайки и делиться видео с друзьями. Спасибо!